Нажимайте. Он спрашивает, можно с тобой? Так, конечно, можно, ребят. Конечно, можно, даже нужно. Обязательно, ребят, заходите. Будем играть вместе, будем создавать команду из подписчиков. Сейчас будем играть почаще мы на Твиче. Всех рад видеть, кто сейчас к нам присоединяется. Вижу новые подписочки. Никитосик, чтобы с нами вместе поиграть, вот как мы с Фризой играем, да? Тебе нужно подписаться ко мне в Стиме. Друзья. Друзья в Стиме. Как это сделать? В Стиме можно. Стим мой находится на YouTube-канале. Я пока еще на Twitch его не ставил пока. Думаю, завтра я уже вставлю, чтобы было удобно. В группу в Стиме сразу подписаться. Подписываешься ко мне в Стиме, в друзьям, говоришь свой ник, и я тебя добавляю, мы играем. Ты у меня сразу отобразишься в папке. Лучшие каточки я выставлю на YouTube. Вместе с вами. Так, готово. Что там, нам далеко бежать? Ух ты, елки-палки. Нам бежать-то, ё-моё. Это капец. Нам нужна тачка. Так, Лёша говорит, одобри запрос на друга. Когда завтра стримы будут? Так, завтра будут стримы. Вообще стрим у нас начинается с 2 или с 4 по Москве. Так что подписывайся в группу ВКонтакте, там новости. Оба, Фриза пригнал машину, окей. Так, давай, может, залутаемся тогда? Мы можем не успеть, да? Оба! Блин, у меня закончились патроны, прикинь. Чего? Оу, нифига себе, сальтуха. Вот это сальто на машине было, арабская сальто. Сними обувь, все время забываю снимать обувь. Не привык, мне кажется, это как-то странно, да? Снимать обувь, да? Там чувак за нами преследовал нас. Летел. У меня патронов практически... У меня вообще нету патронов. У меня есть только на дробаш патроны. Все. Сейчас нам нужно реально патроны какие-то найти, потому что все потратил на того чувака. Тихо. Все, окей. Спасибо, Фриза, молодца, что нашел. О, рюкзак третий. Рюкзак третий, он и хорош, и одновременно и плох. Тем, что он здоровый, выпирает очень сильно. Когда ты лежишь, тебя видно. Очень здорово. Так, давайте мы залечимся немного. Так, есть. Как раз М16 нашел. Обувь снимем. Будем, значит, это... Пятки наши будут дубовые скоро. Когтями будешь отталкиваться. Непрошибаемые просто, вот, бронированные. Панцирные пятки. Тогда тебя будет слышно по кафелю. Да, по кафелю будет. В домах. Почему вы обувь не сняли? Почему вы на каблуках, да? Я снял. А что это цокает, да? Обувь наоборот будет намного мягче, чем пятки.
Даже каблуки. Какие пятки такие, как каблук. Фриза, там в доме есть, в большом доме там есть броник. Второй. Никитосик, привет, да, привет. Никитосик, привет. Можно с тобой в пуп? Конечно, ребят, можно. Добавляйся в стиме в друзья. Стим у меня на YouTube-канале ты найдешь. Добавляйся в стиме, пока мы играем с Фризо, ты можешь добавиться сейчас, и мы тебя возьмем. Вон вдалеке чуваки бегут. Я вижу. Так, бегут сюда. Ребятки, нужно забраться на второй этаж. Да вот же зараза, неплохо он валит. У меня нормального прицела просто нет. Наверняка сейчас нас будет поджидать, да? Нормального ствола нет. Сейчас осторожно, этот чувак где-то может быть здесь. У него прицел хороший, видимо. Может, мы на тачке поедем? Чем мы тупим-то? Йоу! Наша мега-маршрутка. Тут, кстати, топлива на нее нет вообще. Залутаемся быстренько. Пока без связи, пока без связи. Оба. Садись. Зона. Зона. А, зона. Вот черт, а.
покрошили нас здорово. Офигеть. Офигеть. Зона уже сместилась туда. Я думаю, мы прям... Думаю, доедем. Хотя уже подранены здорово мы. Подраныши такие. Подраненный зверь — это очень опасен. Ты где, нас здесь уже встречают или нет? Да кто там едет за нами, что ли? Я не понимаю. Нифига за нами гонка была. Ты про челлендж не забыл? Ну пока вот нам впереди не попадалось ничего такого. Так, ну в принципе отлично, мы приехали. Прям вообще классненько. Бронька, правда, ужасная. А здесь бронька есть? О, здесь бронька получше. Фриза, беги, 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 беги. Сваливаем. Зона. Вот все-таки куснуло меня, а? Там дымился мотоцикл, можно на него сесть, а может быть не надо. Чуваки едут на мотоцикле, офигеть. Так, ну нормально мы проходим. У меня нет ВК. Подписывайся в ВК. Подписывайся в группу в ВК. Лёша, как у тебя еще нет ВК в группе? Ох, ёлы-палы, вот это мы сейчас можем вляпаться. Блин, зона за нами. Ох, офигеть сейчас будет. Она очень кусучая сейчас зона будет. Так, отлично. Тихо, тихо.
Тихо. Кто там тебя так валит? Не пойму. Давай, Фриза, лечись. А того добили? Я такого? добил его, да. Так, кто у нас здесь может еще быть? С этой стороны никого. Сейчас зона пойдет через 8 секунд. Валить надо. Не ждать. Ну, мы прям рядышком на этой находимся. Прямо на краю. Главное, чтобы со спины сейчас не пошел. Вот уже пошла зона. Вон возле лута чувак прячется. Возле камня. Офигеть, он выбрал место. Блин, его добили, нет? Так, обходим. Сколько? 4 осталось. Мы вдвоем. Еще где-то чувак. Все, добили. Трое. Не пойму, где. Где гад? А, вон там. Я не вижу, где он, черт подери. Где? В кусту сидит. Подожди, где же он находится? Давай, Фриза, топ уж, топ, сейчас можем взять. Черт возьми. Подожди, он где-то стреляет. Короче, он где-то... Все, зона пошла. Зона пошла. Погнали. Офигеть, где он может быть, гад? Может быть... Я его не вижу. А, вон он, все, понял. Попал по нему. Есть, ребята, да, ребята, топ-1. Есть, победа. Вот это я понимаю. Ребята, мы взяли топочку, да. Yeah.